Есть все основания предполагать, что дети восприимчивы к паранормальным явлениям. Они видят то, что скрыто от взрослых. Эй, малыш! Они верят в то, что взрослые отрицают. Ну давай, идем в кроватку. И они пытаются... Папа тебя любит. ...предупредить нас. Скучаю. У тебя батарейка скоро сядет. Как будто сюда что-то доходит. Мы здесь. Сейчас поедем обратно. Здесь так тихо. Потерпи немного, Джесс. Вот увидишь, ты скоро привыкнешь. Сегодня я что-то видела. Здесь действительно легко испугаться. Мама! 911. Что-то прорвалось в дом! Бен, что ты делаешь? Вызов квалифицируется как ложная тревога. Я вас поняла. Возможно, она пытается причинить себе вред и привлечь ваше внимание. Мама, умоляю, поверь мне, я ничего не выдумываю. Сейчас прошу тебя, прекрати. От продюсера Сэма Рэйми. Что за семья жила раньше в нашем доме? Они неожиданно уехали. Бесследно исчезли. Если бы ты мог рассказать о том, что видел. Где они, Бен? Как предостеречь других? Думаю, та семья никуда не уехала. Я их видела. Когда никто, кроме тебя, не видит. Папа, мне страшно. Давай вернемся домой. Джессика, это и есть наш дом. Что ты видишь? Как оно выглядит? Сумеешь ли ты поверить? Бен, с тобой все в порядке? Посланники. Что, мой маленький? В кинотеатрах с 10 мая.